Наверное, самый приятный момент в любых раскопках – это момент находки. Вот нам сегодня повезло. В процессе расчистки бровки была выявлена деталь пояса. Это ременная пряжка. Остатки от нее находились в других секторах раскапываемого нами кургана. Вот, пряжка сама по себе датируется 9 веком. И, судя по найденной керамике, в кургане относится к Рекуповской археологической культуре. Это очень важно для населения того времени вещь была, пояс. То есть он определял и социальный статус человека, и принадлежность к особой, наиболее уважаемой воинской группе населения. То есть пояс это был как у них тогда, в древности, в 9 веке, как нынешний наш паспорт, наверное. По нему можно было сказать, насколько человек знатный, как он вообще провел свою жизнь, сколько поединков у него было. Вот. Ну, после того, как мы находку находим, нужно ее зафиксировать. В археологии это называется инситу, то есть на месте находки. Для этого нам обязательно нужно указать направление на север, уложить специальные квадратики, обозначающие сектор находки, в каком секторе она была найдена, и рядом с находкой положить линейку для того, чтобы понимать размеры ее. Вот, и после этих несложных археологических процедур происходит фиксация предмета, то есть происходит фотографирование. В дальнейшем находку измеряют ее длину, расстояние от центра кургана, происходит нивелировка. Вот там у нас стоит нивелир, мы определяем глубину залегания находки и дальше уже ее изымаем для последующей обработки. У нас есть в штате специалист, который занимается реставрацией, Ахметова Екатерина, которая нам сохранит и почистит эту находку для дальнейшей передачи ее в музей и научного изучения. Вот это вкратце такая жизнь предмета от ее находки до попадания в музей.